It's okay, I'll hold. Ничего, я подожду. It's me. Это я. I don't think I should be okay about. Ну, чем я провинился? Позоришь память моей сестры. Знаешь, в моей работе иногда после ограбления или осматривая место преступления, снимая отпечатки и так далее, вдруг увидишь, что кто-то затушил сигарету о персидский ковер, и подумаешь, зачем? Они обчистили весь дом. Успели смыться. И, скорее всего, уже не попадутся. Так зачем оставлять такое напоминание о себе? Зачем? Я отвечу, Эванс. Просто назло. Не надо. Тебе мало того, что моя сестра умерла по твоей вине. Теперь ты хочешь осквернить нашу память о Марии, влепить нам пощечину, уговорив моего брата. Моего брата обвенчать вас в той самой церкви, где ты женился на моей сестре. В это трудно поверить. Ты начинаешь жизнь заново. Ты просто идешь дальше. И делаешь вид, что прошлое тебя не касается. Скажи, у тебя вообще есть сердце? Ты не можешь знать, что я чувствую. Еще как могу. Уж поверь. Ты все отрицаешь. Совсем как моя мать. Она уверена, что Мария жива. А ты уверен, что ее смерть попросту не твоя проблема. Я тебе так скажу, Эванс. Что бы ты ни делал, ты не можешь стереть прошлое. А если ты все-таки на это рассчитываешь, то я сам позабочусь, чтобы этого не случилось. Прошлое не исчезает, даже если нам этого очень хочется. Если ты думаешь по-другому, должен тебя разочаровать. А что ты сделаешь, Рикардо? Запрешь меня в доме, что я построил для Марии? Прикуешь к ее портрету? Неплохая мысль. Дело не в том, что я обвенчаюсь с Мэг там же, где я венчался с Марией, а в том, что я еще жив, а твоя сестра нет. И что бы я ни делал, ты никогда не простишь меня. Он прав. Правда? А с каких это пор ты стал решать, кто прав, а кто нет, святой отец? Бен хочет устроить свою жизнь, а другим это почему-то не нравится. Отлично. Ты, значит, спокойно относишься к тому, что человек, убивший твою сестру, справит свадебку и мирно заживет? Ты даже поможешь ему в этом. Ну давай. Валяй. Валяй. Только не надейтесь, что вам это легко удастся сделать. Отстань от него, Рикардо. Бен должен жить дальше. И Мария должна была. Это был несчастный случай. Она упала за борт и погибла. Больше не о чем говорить. Или он толкнул ее туда. Рикардо, думаешь, сестре понравилось бы то, как ты обращаешься с Беном? Отравляешь жизнь и ему, и себе. Думаешь, такое наследие ее устроило бы? Не знаю, что бы ее устроило. Мария мертва. И, насколько я понимаю, Бен в этом виноват.